Здравствуй, дорогой зритель. Привет, Антон. На сцене команда «Хурма». Мы вяжем. Давайте знакомиться. Это Артём. Ребят, знаете, что мне вчера мама сказала? Что ты тупой? Я сильный. Молодец. А это Лёша. По прозвищу Чёрная Борода. В кайф. Его на лопатке огромная, жирная, черная бородавка. Фу, урод. А это Алекс. Мы называем его чернозем. Он ворует уголь по ночам, но его еще ни разу не засекли. А это Саша. Саша Водяной. Саша в песне «Как рыба в воде». Я вчера телефон нашел. Рабочий? Чернорабочий. Нет, мобильный. Ребят, мне кажется, настало время переходить к миниатюрам. И наш переход должен быть эффектным. Так представьте, случай в Арктике. А не-не, мы показывать ничего не будем. Хотели проверить, насколько вы фантазеры. Хочу показать миниатюру на заводе. Миниатюру на заводе. Вчера в Андреевке. Чувак, ты умираешь? Ну, типа. Я тоже. Окей, давай вместе. Давай на счет три. Раз. Два. Три. Три. О, побило. Теперь действительно случай в Арктике. А мне говорили, молния не бьет два раза в одно место. Снова купились.
Вы знаете, мы бы хотели вам сказать, что кредом всех русских богатырей было и будет. Я на танцполе взорвусь! Бам! Мы с вами прощаемся. На сцене была команда КВН «Хурма». Мы вышли, потому что хотели. А сейчас уходим, потому что так надо. Пока, Антон.